Получение государственных и муниципальных услуг теперь стало доступнее для жителей микрорайона Чкаловский. Здесь, на улице Радиоцентр 5, в доме 16, состоялось открытие территориального филиала МФЦ. Функционируют 4 окна многофункционального центра «Мои документы». Также в помещении располагается консультационный пункт Московского областного БТИ, предоставляющий услуги в сфере оборота недвижимости. В ближайшее время также запланировано открытие окна Мособл ЕИРЦ. Расширяем спектр действия нашего МФЦ. Практически в каждом поселении созданы удаленные окна. Зашли в отдаленный микрорайон, радиоцентр. Там мы открыли сегодня 4 окна МФЦ. Плюс там еще будет работать приемное окно БТИ, потому что все-таки много вопросов возникает с оформлением квартир. И мы понимаем, что эта услуга будет востребована. И потихонечку заведем туда, соответственно, и ЕИРЦ, Мособл ЕИРЦ. Что даст для жителей, конечно же, уменьшение времени на получение этой услуги. То есть логистика пешеходная будет короткая. Люди будут чувствовать удовольствие от того, что они вышли из квартиры, пошли и получили услугу. Вот для этого мы все и делаем. Всего же с начала года в поселениях района было открыто 6 окон МФЦ. 4 окна многофункционального центра готовятся к открытию.